Всем огромный привет, мои дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. И сегодняшнее видео я начинаю с уборки на кухне. У нас здесь дети в школе, Варенька спала, Настюша у нас гуляла с нянечкой, ну а Сережа с Андрюшей у нас гуляли на нашей территории. Андрюша делал грядку, дальше видео покажу. Хочу каждого из вас поблагодарить за ваши пожелания, за ваши комментарии под прошлым видео. У наших дочек был день рождения, и вы столько написали добрых слов. Очень нам приятно, огромное всем спасибо. Пока я здесь убираюсь, Сережа с Андрюшей делают грядку. Вы представляете? Смотрите, Андрюша соорудил, как Сережа делал. Я в шоке. Андрюшка такой хозяйственный. Теперь, говорит, будем поливать. Что-то там посадил. Хотела я тогда заснять поближе, в итоге я забыла. Сейчас уже грядки нет, Андрюша сделал печку. А грядку он сделал из брусчатки, из досок, туда на своей детской тачке завез, пересыпал землю и действительно что-то посадил. На столе я убралась, лишнее выкинула, протерла стол и теперь приступаю к посудомоечной машине. Сейчас ее разгружаю и загружу туда уже грязную посуду. У нас обычно есть дежурные, которые разгружают посудомоечную машину, которые загружают, но сейчас все в школе, поэтому буду все это делать я сама. Я, конечно, очень рада, что у нас есть посудомойка, потому что посуда у нас просто не кончается. Причем, если раньше я мыла посуду один раз в день, даже когда у нас было 8 детей, я по утрам сама ополаскивала посуду после каши. Посуда, она не жирная, поэтому мне было проще ее ополоснуть и убрать. Если я готовлю в этот день много, то я могу раза 3-4 включать посудомоечную машину. И то сейчас еще дети в школе. Что будет летом, даже боюсь представить. Они сейчас все очень как-то быстро выросли. У них хороший аппетит. И я вот думаю, если раньше я готовила обед только суп, то сейчас, скорее всего, буду готовить и суп, и второе. Ну, либо второе, обязательно, чтобы было мясо. Вот, чтобы было сытно. Это я сейчас говорю про старших детей, потому что малыши, они поедят суп, им достаточно. А вот, да, старшим уже надо побольше. К Андрюше и Сереже пришла их подружка Ариша. Конечно, Сережа с Андрюшей часто ругаются, начинают делить. Вот, Ариша с тобой дружит, а со мной нет, и так далее. Знаете, раньше сковородки тоже мыла вручную, а потом мне как-то давно зрительница говорит: «Ирина, вы тратите столько времени на мытье сковородок, они того не стоят». И знаете, я теперь мою и сковородки там. Единственное, я мою вручную посуду, которая с деревянными ручками. Например, вот кастрюля, которую я сейчас буду мыть, она из Икеи. Кстати, часто спрашиваете, откуда зеленая кастрюлька. Я покупала давно в Икее, но у меня на самом деле еще есть новая, вторая такая же. Я еще пока ей не пользовалась. Купила, когда Икея у нас уходила. А так я, кстати, видела похожие на Алиэкспресс. Есть розового цвета, такого же оливкового. Приятного не готовить. Мне она нравится. Я обычно в ней либо гречку варю. Раньше варила каши, но стала пригорать. Поэтому либо гречку, либо овощи варю. Там яйца могу сварить. Я уже говорила в своих видео, что мои дети любят лепку из пластилина. Это увлекательное и полезное занятие, которое занимает моих мальчиков на длительное время, а также развивает мелкую моторику рук. С помощью пластилина можно создать множество интересных поделок, и мальчики попросили показать им, как сделать динозавра стегозавра. Иногда детки задают такие вопросы, что вот так вот взять и сразу ответить лично я не могу. Хорошо, что есть новый сервис Нейра в приложении Яндекс с Алисой, который ответит на любой вопрос. Нейра часто помогает мне с ответами на всевозможные бытовые вопросы, а также всегда подскажет, как весело, используя, организовать досуг моих деток. Взаимодействие с Нейра простое, понятное, доступное. Спросить можно о чем угодно, не подбирая трудные формулировки, а прямо так, как вопрос приходит в голову, так и задаете. Сервис анализирует все открытые источники в интернете, объединяет их и дает один ответ на любой вопрос с актуальными ресурсами. Получив ответ, можно дальше дополнительно задавать вопросы сервису, и вы можете быть уверены, что все ответы содержат достоверную информацию. Попробуйте сами новый сервис Нейра от Яндекса, с ним вы найдете ответы на все вопросы и всегда будете знать, как организовать досуг всей своей семьи. У меня сегодня в планах приготовить на обед борщ, а давно не делала, и
Конечно, прежде чем готовить, я помыла варочную панель, сейчас освобождаю раковину, столешницу, и когда уже будет чисто, самой будет мне приятнее готовить, и ничего мне не будет мешаться под рукой. Вот не люблю, когда на столешнице, когда готовишь, не люблю, чтобы что-то стояло лишнее, грязная посуда или крышки, сковородки какие-нибудь, поэтому лучше все это сразу убрать. Сереженька маленький дарил мне одуванчики, простояли несколько дней, я вообще всегда, если дети дарят мне цветы, обязательно ставлю либо на стол, либо на окно. И мне приятно на это все смотреть. Ну и деткам, конечно, приятно, что маму порадовали. Я уже говорила, что буду готовить на обед борщ и решила к ним приготовить чесночные пампушки. Они очень просто готовятся, и сначала надо будет мне поставить для них тесто. Нужно смешать дрожжи с теплой водой, добавить немного сахара, соли, яйцо, растительное масло и муку. Все довольно просто, точные пропорции я оставлю в описании под видео. Сейчас я все это перемешаю, накрою полотенцем и уберу в теплое место на час, чтобы тесто поднялось. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be right, somehow I must be somewhere the sky is blue. I'm too tired to sleep, too tired to do anything else than doing nothing. Тесто я замесила, и теперь, конечно же, все, что мне не нужно, я убираю, протираю стол, что-то я тут муку рассыпала, и поставлю теперь вариться бульон. Борщ я буду готовить на курином бульоне. Пока он варится, я быстренько почищу картошку, морковку, свеклу. Мои заготовки закончились давно, поэтому сама сейчас быстренько почищу. Конечно, когда дети у нас дома, мне могут помочь почистить, но раз уж я одна, сейчас все сама сделаю. Овощей мне надо много почистить, поэтому я чищу прямо в раковину. Я знаю, что можно в дуршлаг, чтобы потом легче было раковину отмывать, но у нас нет такого большого дуршлага, поэтому я туда почищу и уже потом в мусорку. Я решила почистить сразу морковки и свекла с запасом, чтобы часть заморозить. Хотя бы на один раз еще вот так вот борщ приготовить я смогу, но уже из заготовок. Достаю своего помощника, часто про него спрашиваете, всегда даю на него ссылку в Телеграме, может быть, даже там закреплю, потому что действительно очень хорошо он мне помогает и натрет, нашинкует, и кубиками порежет. Сейчас пропускаю через него свекла. Пассеровку для борща я сейчас не делаю, поэтому вместе с курицей я добавила еще луковицу. Натерла я морковку, свеклу, капусту нашинковала, немного передохнула, а тут смотрю, уже и тесто поднялось, поэтому смазываю противень подсолнечным маслом и делаю такие колобочки. Я готовила небольшую порцию, вот так вот на раз, пока горяченький, с борщом съесть. К вечеру, пока все бы приехали, уже это не то. Знаете, с пылу с жару очень вкусно. Вообще, я с тестом не очень дружу, но именно по этому рецепту все получается отлично. Тоже когда-то увидела на ютубе, и по нему так и готовлю. Выпекаются пампушки при температуре 180 градусов, примерно 25-30 минут, но зависит от вашей духовки. Хороший получился наваристый бульон, достаю курицу. Потом, когда она будет холодная, я также добавлю детям по тарелочкам. В кипящий бульон добавила картошку. Сейчас немного поварится, и туда уже положу капусту, свеклу. Но пока у меня есть минутка, я нарезаю зелень. Понадобится и для борща, и для чесночных пампушек. Свекла варится быстро, поэтому я ее добавляю за 10 минут до готовности. Вот 10 минут покипит, и все, борщ готов. Очень получается вкусный, наваристый, ароматный. Сейчас наши пампушки испекутся, и я их хочу
хочу смазать. Для этого нам понадобится укроп, чеснок, вода, соль и растительное масло. Точные пропорции я оставлю в описании под видео. Чеснок я еще добавлю для аромата в борщ. В общем, он получился правда вкусный. Смотрите, какой красный. На самом деле камера даже не передает. Он на видео светлее, а так в жизни он прям темный, вкусный. I've been hanging on, counting days, thinking it was me all along. Had a million conversations in my head about where it went wrong. And I've got no idea where you've been. Мама, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Сереженька. Давай, Настя, садись на попочку. И я вас люблю, зайки мои. Сейчас вытрем. Кап-кап. Кап-кап, ничего страшного. Приятного аппетита. Ничего страшного, Настюш, ты кушай, все равно потом мыть. Кто сейчас тоже за столом, я желаю всем приятного аппетита. Забота о близких – это важно, особенно если дело касается наших бабушек и дедушек. Пожилым людям бывает сложно разобраться во всех нововведениях во многих сферах жизни, онлайн-записи ко врачам, онлайн-банки, моя бабушка не исключение. Поэтому предложила своей бабушке оформить через мой личный кабинет карту и платежный стикер, чтобы я лично следила за средствами на счету. После изучения предложения на рынке выбрала и оформила для нее карту и платежный стикер от ВТБ. Платежный стикер – это мини-версия дебетовой банковской карты со встроенным модулем для бесконтактной оплаты. Стикером удобно совершать покупки, пользоваться банкоматом, и не надо доставать или брать с собой карту, при этом все очень безопасно, потому что на стикере нет реквизитов. Как это работает? Просто заполните онлайн-заявку на сайте ВТБ, на это вам понадобится минута свободного времени, выберите способ получения, вы можете заказать бесплатную доставку карты в удобное место или время, даже если ваш близкий человек проживает в другом городе. А платежный стикер можно самостоятельно забрать в ближайшем отделении банка ВТБ. Все максимально удобно. Какие выгоды ждут вас? Кэшбэк до 25% за покупки зачисляется рублями. Можно выбирать категории каждый месяц, чтобы копить быстрее. Удобно отследить контроль трат и, возможно, установка лимитов на операции. Платежный стикер маленький, всегда под рукой, и его сложно потерять. А еще платежный стикер прост в использовании и управлении, все в банковском мобильном приложении. У вас есть возможность оформить карту и платежный стикер для детей на таких же выгодных условиях, о которых я сказала ранее. Переходите по ссылке в описании и успейте оформить карту и платежный стикер от банка ВТБ. Уложила я всех спать, и теперь хочу убрать перетертую морковку и свеклу как раз в заморозку. А здесь показываю сирень, я уже в Телеграме делилась. Сережа мне купил сирень, кажется, сорт «Московская красавица». Она такая красивая, ажурная, у нее такой аромат, она так благоухает, мне она нравится. И вот один цветочек отрезали, и... будет у меня стоять на столе и благоухать на всю кухню. Морковку со свеклой я перекладываю в зип-пакеты, это еще из Икеи. Я, кстати, репчатый лук, когда замораживаю, я тоже в эти пакеты прям замораживаю, и у нас морозилка не пахнет. Как раз спрашивали, есть ли запах, вообще запаха нет. А свеклы мне хватит на борщ, на небольшую кастрюльку. Обычно я варю борщ на 10-литровую, здесь, наверное, литров на 7. И морковки я с запасом натерла, можно будет и в пассеровку добавлять, в пережарку, там, куда угодно, удобно. Ну а сейчас я приступаю к глажке, надо будет прогладить школьную форму. Я думаю, это последний раз в этом учебном году, когда я ее глажу. Я вообще люблю гладить. Но не всегда я это делаю вовремя. Конечно, хотелось бы постирал, сразу погладил, на вешалке повесил. Красота. Но, как правило, у меня это копится. У меня есть отдельная сумка, куда я складываю одежду для глажки. И я никак не могу ее всю сразу перегладить. Я даже подумала в тот день, что просто буду эту одежду сразу вешать на вешалку, даже не глаженная, но хотя бы она висит, и ты про нее не забываешь. Потому что я постираю, в эту корзину уберу и забываю про нее. Поэтому лучше, наверное, после стирки, после сушилки, точнее, сразу повесить и хотя бы пускай мятая, но висит.
Здесь со мной, как всегда, наш Майкл. Он, конечно, просто мой хвостик. Все время за мной ходит по пятам. И такой счастливый, такой довольный, когда я с ним тоже посижу, чуть-чуть поболтаю. По поводу вещей хотела еще сказать. Я вещи глажу только на выход, ну или в школу. Вот так вот дома ходить, по поселку гулять вообще не глажу. Это бесполезно, потому что в день наши дети меняют столько одежды, что просто не нагладишься. В идеале, конечно же, вот после сушилки сразу доставать и складывать, пока одежда теплая, вот так вот сложил, убрал на полке, все, красота. А если там залежится, то, конечно, это все мятое, в заломах, и, конечно, выглядит уже неопрятно. Кухонные полотенца, на самом деле, я редко глажу, вот тут было под рукой, думаю, ладно, проглажу. Конечно, приятнее, когда они глажены, но вот на них у меня не хватает времени. Shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? And how we used to walk those empty streets at night in the city lights. It's where I saw you for the last time. Said our goodbyes. Sat in the car, you saw the pain in my eyes, but I just couldn't let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So you're someone I used to know, but nobody said it. Ну а здесь у нас уже новый день, здесь выходные, дети были дома, и я решила, пока Настюша у меня гуляла, а Варя спала, я решила прибраться здесь, поменять постельное белье, пропылесосить, протереть полы. Сюда забегала Настюша, раскидала бумагу, карандаши, и я попросила девочек помочь поднять какой-то мусор, чтобы они еще заодно подняли. Правда, потом их подружка позвала в гости, они попросились к ней, я говорю, ну только потом придете и уберетесь у себя на столе, потому что я это не трогаю, это уже... Пускай они разбираются там. Вообще, в планах было прибраться только в этой комнате. Я думаю, как раз пока Варя спит, я успею. В итоге Варюша у меня довольно долго спала, где-то часа 2,5. Обед у меня уже был заранее готов, поэтому я заодно еще и прибралась у младших мальчиков в комнате, в санузле. Я все никак не засниму рум-тур нашего дома. Вот знаете, хочется заснять, когда уже... Все будет на своих местах, красиво, хотя бы, чтобы уже наш экран под ванной был на месте, вот, потому что никак мне его муж не установит, но сейчас немножко не до этого, понятно, вот, а так спрашивали, сколько комнат у нас в доме, у нас небольшой дом, жилая площадь, ой, чтобы мне не соврать, по-моему, 170 или 160, я здесь пропишу, и у нас в доме 5 комнат. Одна комната на первом этаже, наша с мужем, и 4 комнаты наверху. И на первом этаже у нас еще есть зал, зона отдыха, там диван и телевизор. У нас, кстати, дети сейчас так часто просят там внизу спать. И Ксюша с Кристиной, то Сережа с Андрюшей, то Машенька или Петя. В общем, любят спать на диване. Я не знаю, почему, вот часто их комнаты пустуют. А так у нас, получается, в комнате по двое детей живут. Тая с Машей, Петя с Лёшей, Кристина с Ксюшей и Сережа с Андрюшей. А Настя с Варей сейчас спят с нами. Постельное белье мы с Ксюшенькой поменяли. Сейчас все убираем с пола, и мне останется только пропылесосить, помыть полы. И я еще решила помыть окна. Причем смотрела погоду, было солнышко, но в итоге пошел дождь, вот как всегда. Я не знаю, вот я действительно посмотрела, дождя вообще не должно было быть, ну и к вечеру пошел ливень.
Ну, правда, быстро закончился, но все равно. Здесь мы с Крестюшей смеялись. Я говорю: «Крестюш, как зима, вы раздеваетесь, вам вечно жарко. Как лето, вы одеваете просто на себя все. И свитера, и толстовки, и костюмы теплые. Вот удивительно. Я не знаю, это только у нас так или у вас тоже так?» Time just getting ready. Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. У девочек в комнате чисто, и теперь перехожу к младшим мальчикам в комнату. Здесь у нас Сережа и Андрюша живут. Переместили сюда палатку, то, что Анечка нам подарила. Я сейчас тоже ее уберу, чтобы пропылесосить под ней, помыть. А в это время как раз у нас Петя пришел с прогулки, у себя в комнате тоже пылесосил. В комнатах у старших детей я вообще не убираюсь, они сами там и пылесосят, и полы моют, и пыль протирают. Это их комнаты, убираются они там сами. Иногда читаю комментарии: «Ирина, почему вы не показываете, как вы здесь убираетесь?» Я здесь вообще не убираюсь, это их зона. Пока Петя пылесосил у себя, я как раз у младших мальчиков все с пола подняла, но у них на самом деле был порядок, было чисто. Теперь я здесь тоже пылесошу, и останется протереть полы. Полы у девочек высохли, сейчас аккуратно расставлю стулья, стол, приберусь еще на диване. И вы представляете, мне Машуля говорит: «Мамуль, смотри, у нас на стене картина с нашим Майклом». И вот правда, год назад я покупала сюда постеры, и вы посмотрите, девочка держит щенка, порода вот нашего щенка, нашего Майкла, это кавалер. Я знала, что эта порода очень добрая, ласковая, но чтобы настолько, у них, оказывается, нет гена агрессии, и они невероятно добрейшие просто существа. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back.
never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Помыла я на втором этаже коридор, лестницу, и сейчас хочу помыть окно. Ну как помыть? Я беру своего помощника, робота, и поставлю, чтобы он здесь наводил чистоту и порядок. Конечно, очень удобно, особенно когда вы живете на высоких этажах. Не надо с обратной стороны влезать, мыть, а все это вам помоет робот. Сейчас, конечно, очень много разных фирм, и мне кажется, они все хорошие. Моему вот этому уже 3 года. Еще мы жили в Москве на 15 этаже, и меня очень выручал этот робот. У нас есть еще один робот-мойщик для окон. У него квадратная форма, им как раз удобно мыть окно между этажами. У нас большое окно, туда точно не дотянешься. Надо будет его, кстати, тоже помыть, я вообще про него забыла. При этом каждый раз, когда я поднимаюсь наверх или спускаюсь, и вижу это заляпанное окно, думаю, надо помыть, но потом моментально как-то это все забывается. Я сейчас перешла в санузел, мою раковину, смесители, помою зеркало, унитаз, и на этом уборка именно в этом санузле у меня закончится. Как же хорошо, когда чистые окна, чистое окно, грязное окно. Причем это девчонки сами пытались помыть. Ой, вам, наверное, не видно. Все здесь заляпано, следы от воды. Сейчас сюда поставлю робот и пойду уже к Настюше. Варя проснулась, я ее покормила. Настюша пришла с прогулки, тоже сейчас обедает. И потом буду укладывать Настеньку спать. Так приятно. Я люблю, когда чисто. Вот который раз замечаю, когда помою окно, я сегодня мыла окно у девочек, причем я смотрела погоду, дождя не должно было быть. Смотрите, какие тучи, и уже начинает капать. Ветер очень сильный. Ой, фокус потерялся. Сняли только что крышу от качелек, дождик начинается, сейчас как ливанет. Ну а на сегодня, дорогие друзья, я уже буду заканчивать свое видео. Огромное спасибо, что досмотрели его до конца. Я очень надеюсь, что мне удалось вас смотивировать на уборку, что мне удалось вам поднять настроение. Огромное спасибо за ваши пальчики вверх и комментарии. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! But nothing makes sense anymore.